Мы приветствуем всех поклонников настоящего футбола. Мы — это ваши комментаторы, как всегда, Георгий Черданцев и Константин Генич. Всем привет, дорогие друзья! Уверен, вы не пожалеете о потраченном времени. Вот в таком составе хозяева сил. Муса! В красивом прыжке забирает мяч голкипер. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Армейцы атакуют. А вот это уже здорово. Удар! Штанга! Есть шанс выйти вперед! И вратарь забирает этот мяч. Нет, не удержал он мяч. Защитник не позволил. Мяч в игре без задержек. Это может быть опасно. Хорен Баграмян. Вот это удар! А мяч-то подскочил, наверное, поэтому удара не получилось. Обидно-то как, а? Возможность была стопроцентная. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Мне кажется, чемпион уже очевиден. За несколько туров сократить такое отставание практически нереально. Да уж, интриги, к сожалению, не вышло. Команда на протяжении всего сезона показывала стабильный и хороший уровень. Офсайд, нет никаких сомнений. Атакующая комбинация ЦСКА. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Атака остановлена, но кто получит мяч? ЦСКА будет сбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Алексей Миранчук. Муса. Убрал защитника. Ахмед Муса. Гол! Они ведут в этой игре. Здесь у вратаря не было шансов, потому что очень точный удар в правый нижний угол. На 25-й минуте команда вышла вперед. Аслан Дуди. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Баграмян. И в зону атаки мяч переходит. Забирает мяч голкипер. Андрей Лях. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Армейцы в атаке. Блестяще, как от дерева ушел. Как вариант продолжения напрашивается передача. Ахмед Муса! Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Из этой атаки может получить... Он накручивает соперника. Хорен Баграмян. И это момент. Гол! Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Защита надежно играет, мяч отобран. Великолепный пас. Один из игроков получает травму, и арбитр останавливает. Стоит игру. Игроку оказывают помощь, судья ведет мяч в игру.
серьезно. ЦСКА ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Посмотрим за этой атакой. И это удар! Отличный сейв вратаря. А тренер хозяев тем временем готовит замену. Игрок уже у кромки поля, ждет отмашки арбитра. Ахмед Муса. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Опасно! Семен Семенович, ну что происходит? Так все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Это может быть опасно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Миранчук. Тут может что-то получиться. Шикарный момент! На этот раз мимо. Ну, не каждый раз забивать же, а? Александр Головин. Надхо. Армейцы атакуют. В этой атаке оборону пройти не удалось. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Ахмед Муса. Это может быть опасно. Мяч у вратаря, все в порядке. Аслан Дуди. 15 минут до конца основного времени матча. Надхо. Пока неплохо. Шанс у ЦСКА. Удар! Отправлять! Мяч в нижний угол. Еще один гол ЦСКА забивает и окончательно снимает вопросы о победителе этой игры. В этом матче уже все ясно. На табло 3-0. Это разгром. Пересек мяч боковую линию. Много еще играть. 10 минут. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Очень здорово сыграно. Александр Головин. Тут защита справляется с потерей мяча. Аслан Дуди. Это может быть опасная атака. Бибрас Надхо. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Зоран Тошич.
Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз. Все, звучит свисток арбитра. Победа ЦСКА.